Экскурсия у студентов началась прямо после занятий. После инструктажа их пригласили в криминалистическую лабораторию. Будущие специалисты смогли изучить способы дактилоскопических процедур, проверили на подлинность купюры. После этого отправились на место происшествия. В центральном районе преступник открыл дверь при помощи отмычки, похитил бытовую технику и деньги. Студенческий десант помог с обследованием квартиры. Благодаря отпечаткам пальцев на двери и мебели удалось установить, что они принадлежат ранее неоднократно судимому за аналогичные преступления сочинцу. В этот же день он был задержан. Самое интересное, что когда мы наглядно посмотрели на работу экспертов, мы убедились в том, что вопросов, на которые они не могут найти ответов, пожалуй, просто ничтожное количество –